Чем мы отличаемся от других ярмарок? Я бы сказала тем, что необычностью мастеров, самобытностью. И в рамках нашей ярмарки всегда проходит какое-то действие. У нас проходят мастер-классы для детей, которые приходят сюда, и для взрослых в том числе. В рамках ярмарки всегда проходит какой-то концерт. В теплое время года у нас мастера все стоят в национальных костюмах от 10 до 19 века. Мы стоим не в помещении, а на улице, в реконструкторских торговых палатках.